А самое главное, своевременно оказывать помощь тем людям, которые оказались в зоне подтопления. Также по поручению главы региона создана рабочая группа, которая оценивает ущерб, нанесенный стихией. В пострадавших муниципалитетах сейчас ведутся восстановительные работы, и в районы направлены дополнительные единицы техники. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в крае ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, поэтому все службы приведены в режим повышенной готовности.